Когда-нибудь вы думали, что по капле масла можно узнать, в каком состоянии находится двигатель самолета, причем на это уходит всего 20 минут? Иркутские ученые изобрели специальный прибор, который вот так вот диагностирует по 2 миллилитрам вещества. Это, ну, меньше половины чайной ложки. Стоит он, конечно, дорого, около 13 миллионов рублей, но сэкономить на такой технологии можно и все 20. Потому что это как раз стоимость всех работ, снять, поставить двигатель на лайнер в случае подозрений в неисправности. 20 миллионов за один такой тест можно экономить. Новому устройству нужно совсем немного времени, чтобы определить состояние мотора. Технику уже готовятся отправить на Пермский авиадвигатель и в Ярославский Сатурн. Там создают запчасти для пассажирских лайнеров МС-21 и сухой Суперджет 100. Разработчики говорят, что точность новинки, как у часов, выше даже. Все традиционные методы диагностирования маслосистемы, которые использовались, они обеспечивали достоверность диагностики порядка 5%. То, что нам удалось сделать, мы эту достоверность сумели поднять до 90%. С точностью, можно сказать, до узла. В некоторых случаях даже делали прогноз остаточного ресурса. То есть еще сколько можно времени эксплуатировать двигатель. Аппарат определяет степень износа по химическим соединениям, которые в масле находятся. Для нас физики испытания провели и посмотрели, как мотор машины нашего водителя себя чувствует. Конечно, повышенный износ идет по кольцам. Очень много частиц. Феррум, хром, никель. Это, конечно, признак нехороший. То есть, когда уже это начинается вываливаться, можно сказать, отдельные куски металла. Есть частицы тоже. Феррум-хром, много частиц, магний-купрум, феррум-купрум. Но это все свидетельствует и о повышенном износе вкладышей, о повышенном износе колец